Национальная технологическая олимпиада «Джуниор» – командное инженерное соревнование для школьников 5-7 классов. Ученики из Нижегородской области продемонстрировали свои инженерные знания в командной борьбе по 7 направлениям. 87 финалистов из разных городов региона выполняли интересные задания. Разрабатывали чат-бот «Библиотекарь», помогающий подобрать книгу для чтения. Программировали систему устройств для добычи нефти. Решали задачу по управлению системой лазерной связи. Саров на олимпиаде представлял ученик школы номер 14 Кирилл Соседко. Инженер выбрал направление технологии и креативное программирование. Я прошел отборочный этап. Он прошел в онлайн-режиме, я проходил у себя дома. Сначала я прошел его один раз, но там давалось две попытки. Первый раз я прошел его на 56 баллов где-то, там из 100. Второй раз на 70 баллов из 100. Вот. Проходной балл там был где-то в районе 20. Все финалисты региона в сфере технологии и креативное программирование приехали в Нижний Новгород. Ребята разделились на группы в соответствии с различными обязанностями. Лидеры, креативщики и исполнители работ. Кирилл Соседко в качестве лидера собрал себе команду. В течение нескольких часов школьники решали задачи по физике, математике, программированию и схемотехнике. По мнению Кирилла, командный дух и хорошая организация работы помогли ему стать победителем Национальной технологической олимпиады «Джуниор-2022». Мы занимались именно IT. То есть по направлениям, да, люди делали разных ботов, вот это все. Мы же занимались как симуляцией. То есть там была симуляция робота, который ездит, надо было его запрограммировать, чтобы он ехал по какой-то траектории или как-то так, по алгоритмам. Перед этим конкурсом было такое, что нам давали задание, нам объясняли темы. То есть там специальный курс был, который все объяснял, все задания. Кирилл Соседко учится в Кванториуме. Уже не первый год увлекается программированием и робототехникой. Победа в технологической олимпиаде «Джуниор-2022» стала для саровчанина стимулом для новых свершений и открытий. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.